Ну, поддержите аплодисментами московских поэтов. Я на сцену проекта «Стихи и рок-баллады» приглашаю инструменталиста, гитариста, человека, который является резидентом, постоянным участником проекта «Стихи и рок-баллады», замечательного музыканта. Его зовут Константин Пир. Прямо сейчас на сцене проекта «Стихи и рок-баллады» бывалый, я бы сказал, матерый музыкант Константин Пир и юная Наталья Маханевская. Поверьте мне, это никто не готовил, но слава богу, что так получается. Проект «Стихи и рок-баллады» рождает новые союзы, и не только музыкальные. Ветер развеет прах, я начинаю путь, пусть это будет так. Знаю, что решено, я убегу и все. Прошлое только миг, пронесшись буквой Ё. Я бегу туда, где светят звезды, не угнаться вам за мной. За моей мечтой я бегу туда, где светят звезды, не угнаться вам за мной. За моей мечтой. Все будет хорошо. Ветер развеет прах, я начинаю путь, пусть это будет так. Знаю, что решено, я убегу и все. Прошлое только миг, пронесшийся буквой Ё. Я бегу туда, где светят звезды, не угнаться вам за мной. За моей мечтой я бегу туда, где светят звезды, не угнаться вам за мной. За моей мечтой. Oh,
тебя. Глаза твои стекла. Душу мне разрезали. Зачем мы нашли себя? Изменив затмение, зачем я увидел тебя? В этом мире течения на этом замечательном проекте «Стихи рок-баллады». Спасибо. Эту участницу зовут Наталья Маханевская. Наташа, спасибо вам большое, то, что вы поддержали Константина. Константин, спасибо вам.